Такие элегантные. Пока я шла по коридору, я видела девушек в фантастических вечерних платьях. Поэтому я вас прошу сначала похлопать себе за то, что вы такие красивые, такие классные, такие модные. Ну, громче, вы же себе хлопаете. Спасибо. Я на самом деле люблю просто начинать свое выступление с громких оваций. Это всегда приятно. Вы посмотрели мой профайл, и я думаю, убедились, что я не визажист, а модный эксперт. Поэтому мое выступление сегодня будет полностью про моду. Сначала скажу, что компания Faberlic все-таки одна не только из крупнейших и крутейших косметических компаний, а еще одна из самых модных. А что такое мода в наши дни? Для меня мода – это некая быстротечность трендов, актуальных тенденций. Мода – это то, что приходит к нам с подиумов, из кутюрных коллекций, от опинион-мейкеров и так называемых блогеров. Кстати, мне кажется, что это вполне себе уже практически полноправная профессия, которая скоро войдет в трудовой кодекс. А что же происходит с этими трендами? Тренды появляются, а потом крупные компании транслируют их в массы для людей, для того, чтобы люди понимали и ориентировались, что им стоит покупать, а чего покупать не стоит. Итак, компания Faberlic, у нее есть самые крупные, самые крутые эксперты, которые обеспечивают не только некую трансляцию трендов, а еще и предугадывают тренды. И я более чем уверена, что вы убедитесь в этом, когда я сегодня представлю вам тренды и новинки будущего сезона. Итак, давайте по порядку. А я обычно выступаю 2 часа, ну кто-нибудь, если вдруг знает и когда-нибудь слышал мои выступления, я реально 2 часа на сцене обычно вещаю какую-то теорию. Но так как сегодня, я боюсь, меня выгонят намного раньше, я решила сама проанализировать все тренды и собрать их и укомпоновать уже в 3 актуальных в будущем году макияжа, чтобы вам было проще ориентироваться, что делать и какими средствами и наветками вы можете это реализовать. Давайте начнем с тренда №1. Это губы цвета металлик. Чем мне нравится этот тренд? Я человек все-таки занятой, динамичный. Мне нравятся те мейки, которые можно быстро, легко сделать, а смотрятся они очень эффектно. Итак, что нам понадобится для реализации этого тренда? Это хороший тон, правильно, идеальная кожа, это основа любого макияжа. Это хорошо расчесанные, такие широкие, колосистые брови. Все же выучили, что тонкие брови – это уже не модно. Ну скажите, да? Правда? Все, забыли про них. Все, у кого был тоненький татуаж, уже набили себе сверху. Но у нас для этого с вами среди новинок есть очень крутой продукт. Это карандаш для бровей, между прочим, уже щеточкой. Все, что вам нужно, это просто правильно нанести его, и, соответственно, у вас будут прорисованные красивые четкие брови. Ну и, конечно же, самая главная составляющая этого тренда, что было бы странно, это жидкая помада матовый металлик. За что она мне нравится? Вообще, выбор помады или блеска – это сложная штука для женщины. Есть 2 таких актуальных пункта, которые важны при выборе помады. Это суперстойкость и это отличное нанесение. За что я хвалю матовый металлик? За то, что любой образ вместе с этим, с этой помадой будет выглядеть прямо на 100 баллов. Согласитесь? А кто вообще когда-нибудь носил металлические текстуры? Поднимите руку. Так, вас мало, вас правда мало. Я надеюсь, что в следующем году вы обязательно попробуете этот тренд на себе, потому что он мега крутой и мега актуальный. Не бойтесь таких рискованных шагов. Итак, тренд №2. Это смоки. Смоки айс. Кто любит смоки айс? Так. Все наверняка выбирают черный или коричневый. Логично, да? Это самый распространенный и популярный вариант. Но в этом сезоне тренд немножко меняется. Актуальными становятся цветные смоки. Знаете, такая легкая, равномерная цветная дымка. Вот в новинках сезона есть 2 продукта, которые вам помогут этот тренд реализовать. Это монотени для глаз. Здесь огромная палитра с интенсивными оттенками, которые, самое главное, хорошо распределяются. Это такая вот прям моя любовь. Ну, и еще один продукт – это тени-карандаш для глаз. А чем он хорош? Да? Когда мы наносим тени, нам обязательно нужно пользоваться кисточкой, распределять их. А что хорошо в карандаше, в
вы можете равномерно нанести его на подвижное веко, у вас получится вот та цветная дымка, о которой я говорю. А если вдруг вы захотите добавить такой, знаете, легкой сексуальности и выразительности взгляда, то у вас есть возможность проресничный контур более интенсивно прорисовать карандашом. И получится не просто, знаете, такой размытый взгляд цветной, а получится четкий, интересный, выразительный, самое главное, сексуальный взгляд. Я не знаю, можно ли говорить это слово на этой сцене, но если что, надеюсь, меня простят. Давайте к третьему тренду перейдем, который, конечно же, наверное, для меня, как для человека очень динамичного, у которого нет времени очень много тратить на макияж, он прям идеален. Это тренд, который основан на естественности. Мы с вами все, девушки, знаем, что за хорошей естественностью лежит серьезная работа. Какая? Правильный уход, отличный сон. Тут я грешным делом виновата, я вот не успеваю этот пункт выполнять. И, конечно же, это идеальный макияж, правильно нанесенный, правильно сделанный и правильные качественные продукты, подобранные для этого. Что у нас есть среди новинок? У нас с вами есть антивозрастной тон «Сенсация». Это самое классное, что я видела за последнее время. Во-первых, ну, антивозрастной, да, там, эффект – это для всех важная история. Тональное средство ровным, тонким слоем ложится на лицо. Убирает нам все наши вот эти мелкие неровности. Это синяки под глазами, какой-то немножечко, может быть, не свежий цвет лица. Да? Идеально выровненная кожа с бархатистой текстурой – это просто идеально для наших погодных условий. Да? Ну и плюс еще один, конечно же, это SPF фактор 8. Да? И защита от солнца – это тоже важно, когда вы заботитесь о своей коже и думаете о будущем, да? А не заботитесь сразу. Вторая вещь. Вот мы тон с вами идеально нанесли, все, лицо у нас красивое, никаких синяков, все ровненько. Что дальше нужно? А громче. Румяна, отлично. Знаете, что у нас есть для этого? Значит, я обожаю косметические средства трансформеры, в которых есть сразу много продуктов, которые можно по-разному использовать. Так вот, есть палетка новая, называется она «Волшебное преображение». Звучит ровно так же, как и действует. Значит, что есть в этой палетке? Здесь 4 отделения для теней. 2 матовых и 2 сияющих. Это самый классический, подходящий абсолютно любой девушке пудровый оттенок. И глубокий, модный в этом сезоне, да, вы, наверное, ну, можете мне поверить. Это такой глубокий черничный оттенок. Здесь есть универсальная румяна и универсальная пудра. Вот весь этот набор вам прослужит абсолютно для всего дневного макияжа. Вы светлое веко, вы подвижное веко светлым накрасьте, проложите складочку. Я обожаю сияющие текстуры, особенно пудровые. Я знаю, что с ними делаю, я наношу не только на век, я их еще использую как хайлайтер. Наношу сюда, на серединку, на кончик носа и на губы. Все, у меня весь макияж готов. Но, конечно же, мы не забываем про брови. Брови наши все. Без бровей не ходим даже за хлебом. Да, я надеюсь, что все это правило уже давно усвоили. Но и здесь тоже есть новинка, которая очень круто подойдет тем девушкам, которые любят такую волосковую технику. Да? Здесь карандаш, который основан на форме микроматик. То есть вы можете прорисовать каждый волосок. И все, у вас готов идеальный дневной макияж. Правильно? Тон, брови, красивые глаза, свежий взгляд. В принципе, наверное, это вот тот макияж, которым я буду пользоваться чаще всего, поэтому эти 3 продукта я себе в косметичку кладу. Но все же мы с вами попадали в ситуацию, когда вышли с красивым дневным макияжем, а потом вдруг неожиданно вам как снег на голову падает какое-нибудь романтическое свидание или важная встреча. Что делать в этом случае? Помада, еще что, какой есть способ? Стрелки. Я откровенно отношусь к числу людей, которые не умеют рисовать ровные, симметричные стрелки благодаря жидкой помаде и кисточке. Вот я криворучка, откровенно. Поэтому для меня стало самым большим впечатлением то, что Фаберлик перезапустил один из самых популярных продуктов. Это жидкую подводку для глаз в формате маркера. Берете маркер, кидаете в сумку, сделали себе идеальный дневной макияж. Вдруг вечером у вас что-то случилось, и ваш идеальный дневной макияж превращается в эффектный вечерний вуаля. Идите на свидание, на встречу, в кино, куда ходите. Мне кажется, что вот мы прям с вами прошлись по всем таким базовым, хорошим, правильным трендам. Согласитесь? У вас есть яркий макияж, красивый макияж, естественный макияж. В общем, как-то вот так. Динамично, легко, быстро, феерично, идеально, правильно? Я провела вам презентацию новых трендов. Класс!
Спасибо. Было бы чувство самоиронии, я надеюсь, никому не чувство. Но это еще не все. Одна из важнейших составляющих любого эффектного выступления, это ровно такого, как у меня сегодня, конечно же, является сюрприз. Правильно? Правильно. Надо его подготовить было хорошенько. Итак, потрясающая девушка, просто потрясающая, я сейчас говорю не о себе. Одна из самых модных девушек нашего времени, опять же, я говорю не про себя, хотя уверена, вы подумали именно так, певица. Здесь уже очевидно, что я говорю не про себя. Амбассадор линии декоративной косметики Skyline Елена Темникова. Она записала для вас целое напутствие с теплыми словами, поэтому внимание на экран. Всем привет! Я знаю, что сегодня Фаберлик приготовил вам всем подарок. Возможность почувствовать себя самым настоящим амбассадором бренда, как я. Моя любимая из новинок – это матовая металлическая помада. Обязательно попробуйте ее. Это круче ваших ожиданий. Декоративную линию Very Berry. Это самая яркая, сочная, крутая, аппетитная, это я все про себя, естественно, коллекция, которую вы видите в этом сезоне. Итак, о чем будет эта коллекция? Мы, наверное, все с вами мечтаем, чтобы всегда было лето, чтобы всегда было солнце, чтобы мы с вами пили коктейли, красили губы яркой помадой. И на самом деле это все реально, несмотря на те погодные условия, в которых мы живем. Именно эта коллекция Very Berry позволит вам всегда, всегда чувствовать лето, всегда поднимать себе настроение, вне зависимости от того, какая погода будет на улице. Давайте по порядку. Коллекцию Very Berry вы увидите в четвертом каталоге 2019 года. В чем же она будет состоять? Давайте быстренько пробежимся по продуктам, потому что, честно вам могу сказать, каждый продукт здесь заслуживает внимания, заслуживает детального рассмотрения. Но у меня есть немножко времени, чтобы вам про них рассказать. Итак, первый продукт – это тушь для ресниц Berry Mascara. Как вы думаете, какие здесь будут цвета? Малиновый и фиолетовый, естественно. Малиновый и такой насыщенный черничный оттенок. Ну и, конечно же, в этом комплекте прилагается черная тушь. Не просто так она сюда затесалась. Черная тушь – это такой, знаете, лайфхак любого визажиста. Цветная тушь обязательно наносится поверх черной туши. Тогда у вас получается наслоение цвета более интенсивное, и взгляд получается более объемным, более выразительным. Это именно нам и нужно. Это тушь с настоящим вау-эффектом. А что такое вау-эффект? Это когда вас люди встречают, и каждый раз говорит «Вау!». Вот это то, что происходит с моими волосами, да? Но все-таки, если вы девушка более адекватная, чем я, то я думаю, что именно эта коллекция поможет вам сделать вот этот вау-эффект благодаря косметике, да? Второй продукт, который я вам представлю, это яркая помада для губ Berry Kiss. Здесь вы тоже найдете огромное количество интересных, сочных оттенков. Мне кажется, вот когда их начинаешь перечислять, прям хочется выпить какой-нибудь смузи, знаете, или коктейль. Самое классное здесь, что помимо такой тающей текстуры и абсолютно идеального нанесения, помада еще и с ароматом. Поэтому, когда вы будете красить губы, вы не только будете самой красивой яркой девушкой, а вы еще будете постоянно пытаться сами, мне кажется, съесть свою помаду.
Вот тут у меня была заготовлена шутка, но она была такая, знаете, на грани. В общем, если яркие губы – это ваш конек, то вам подойдет следующий продукт – это блеск. Для меня выбор блеска – это очень такая, знаете, важная вещь, потому что блеск мы используем чаще всего в течение дня. И новый блеск Sweetberry – это, во-первых, яркая история. Во-вторых, здесь шикарная палитра, и она очень приятная в нанесении. Я, честно, признаюсь вам, ее уже попробовала, и мне безумно понравилось, поэтому я вам ее рекомендую. И мало того, он красивый, яркий, у вас губы получаются блестящие, объемные. Он еще и увлажняет и питает ваши губы за счет, внимания, масел семян малины. Видите, звучит как, да? Масел семян малины. Уже, в общем, очень аппетитно, как минимум поднимает настроение. Значит, я уверена, что все из нас любят яркие губы. Это круто, яркие губы – это love, но есть девушки, которые предпочитают делать акцент на глазах. Кто это? Что-то у нас так мало, да? У нас все, видимо, с губами, да, ходят? Угу. Ну ничего, мы с вами тоже не сдаемся. Для этого у нас есть новый продукт в коллекции. Это двойные тени. Berry Color. Во-первых, что здесь крутого и идеального? Каждая палетка состоит из двух оттенков, которые очень хорошо подобраны для друг друга. И я вам скажу это как человек, который абсолютно педантичен и скрупулезен в выборе оттенков. Во-вторых, тени могут наноситься двумя способами. Сухим, соответственно, у вас получается сатиновая текстура, и влажным. Тогда цвет получается более ярким и более насыщенным. Ну и, конечно же, вы можете использовать светлые оттенки, как я вам уже сказала, это такой мой лайфхак, да, будем считать так. Можете его использовать как хайлайтер. Ну и, мне кажется, сама форма теней, да, это запеченные тени, она удобно подойдет как для профессиональных визажистов, так и для любителей. Это тоже довольно важно, потому что я знаю, что косметикой Faberlic пользуются и профессиональные визажисты, для них это очень удобно. Теперь, наверное, ну я так, знаете, потихоньку двигаюсь, и самое сладкое, самое классное оставляю на конец. Есть тенденция, которая завоевала уже все подиумы, но которую почему-то до сих пор немного побаиваются у нас. Это яркие цветные карандаши для глаз. Я вам честно могу сказать, я первая, кто встала в очередь за этим продуктом. Потому что обычная стрелка – это круто. А когда вам надо выбегать и сделать яркий, крутой, броский макияж, тогда цветной карандаш для глаз – это прям то, что нам нужно. Самое главное достоинство, а здесь, правда, их сложно выбрать, потому что здесь и палитра огромная, и трендовые цвета сами по себе, и гелевая текстура, которая намного легче наносится и делает идеальную стрелку. А я вам уже сказала, что я, например, трудно справляюсь со стрелкой, а гелевая намного лучше, намного плавнее наносит. Самое главное достоинство любого продукта – это стойкость. Вот стойкость 24 часа вам в данном случае прямо-таки обеспечена. Поэтому мне кажется, что если вы девушка смелая, и если вы все-таки хотите как-то приблизить лето, да, то вот как раз яркие стрелки – это то, что вам нужно. Мы поговорили про яркие штуки, мы поговорили про глаза, про губы. Но все это не имеет никакого смысла, если что. Вот яркие оттенки что требуют больше всего? Идеальный тон. Да? Никаких мелких неровностей не может быть, если вы хотите нанести яркую помаду или сделать яркие глаза. Поэтому в коллекции также продуман тональный крем Berry Blossom. Он обладает идеальной, такой плавной текстурой, очень легко наносится. И самое главное, содержит гиалуроновую кислоту и витамин Е, что в то же время ухаживает за вашей кожей. Для меня, как, например, для человека, который постоянно делает макияж, уход за кожей – это абсолютно ну, такое же равноправное условие, как и красивый эффект от косметики. В общем, закончили с макияжем, и нужна такая финишная точка, которая завершает любой макияж. Это что? Пудра. Абсолютно верно. Я не знаю, кто там гений сказал это слово. Сияющая пудра Berry Delight. Она тоже есть в коллекции. Ее главное преимущество, помимо легкой текстуры, значит, эта пудра убирает вот этот вот жирный блеск, который нам не нужен, дает здоровое сияние кожи, которое любой девушке хочется сиять. Да? Самое классное, что эта пудра еще и обладает аромоэффектом. Да? У нее тонкий, приятный аромат и шлейф. И вы ее можете использовать не только на лицо, но и на кожу. Знаете, ну, как говорится, мы что-то проговорили про романтичное свидание. Чем там вечер закончится, кто знает. Вот, поэтому берете пудру и...
фигачите себя, все, вы готовы, понимаете. И вот, ну и плюс, мне кажется, стоит сказать, вы здесь видите упаковку, да, на экране. Она очень красивая, яркая, и пудра — это ровно та вещь, которую можно смело дарить подруге. Это прям отличный подарок и станет любимым средством, я уверена, в косметичке любой девушки. Мы поговорили про макияж. Я очень часто на своих модных лекциях обозначаю и говорю, что макияж — это классно, это важная часть вашего образа. Но есть еще одна вещь, которая дополняет любой образ. Это маникюр. Да, без него, ну, во-первых, он, конечно, должен быть идеальным. У меня есть всегда заготовленная шутка про девушку со сколотым лаком, которая навсегда останется девушкой со сколотым лаком, но мы ее пропустим сейчас. Мы просто поговорим о том, что Very Berry дает вам прекрасную палитру из 7 оттенков, ярких, сочных. Вместо черного вы можете выбрать черничный. Вместо фуксии у вас есть широкая гамма разноплановых розово-красных оттенков. У вас есть клубничный, у вас есть малиновый. Здесь у вас, а самое главное, о чем я уже поговорила, помимо сочности, здесь есть прекрасный аромат. Потому что это не просто лаки, это аромалаки. То есть ваше нанесение лака теперь превратится не просто в техническую процедуру, а теперь станет настоящим удовольствием, настоящим классным процессом, которым вы можете искренне наслаждаться. Вот. Это, мне кажется, самые важные продукты, о которых я хотела вам рассказать в коллекции Very Berry. Спасибо. Я надеюсь, что вам правда понравится эта коллекция, ровно так же, как она понравилась мне. И я искренне в следующем году буду вам про нее еще рассказывать, ее представлять и всячески расшифровывать, как носить эти тренды и так далее. И я знаю, что здесь собрались люди, которые настоящие лидеры, правда? Люди, которые максимально... Ой, спасибо! Подождите! Это вам подождите, это мы запланируем чуть позже, шучу. Здесь собрались настоящие лидеры, крутые люди, которые красивы, успешны, уверены в себе. Поэтому я, как амбассадор этой линии, считаю, что нам надо, знаете, как зарядить коллекцию на успех. Вот чем больше мы сейчас с вами нахлопаем, тем больше мы с вами продадим. Давайте так сделаем. Давайте. Звездное выступление от звездного стилиста. Спасибо тебе большое. Спасибо, искупаемся во вас, как Лину. Спасибо огромное.